Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? Воронежа. Из Воронежа. Заинтересовались уроками жонглирования булыжниками? Да. Хотите узнать, что это такое? В Воронеж не вернетесь, пока не узнаете. Хорошо, держите. Уроки жонглирования булыжниками, Международный день защиты детей. Проживает на опушке очень добрая ежиха. Лучше нет ее хозяйки, поварихи и портнихи. Как-то раз она решила: помогу друзьям немножко, занавески зайцам шила. Мишке просто не в берлогу, белке, рыженькой подружке и знакомой тете пчелке шила мягкие подушки и платочки два из шелка. Как-то волк в лесу случайно зацепил карман сучком, и угрюмый и печальный заглянул к ежихе в дом. И без лишних разговоров помогла ежиха горю. И теперь с карманом новым волк гуляет снова в поле. Пожалуйста, ребята, вот когда вы вернетесь в Воронеж, вы расскажете, что в Петербурге уже умеют жонглировать булыжниками? Уже, конечно, да. Сразу. Обязательно? Да, это никак. Хотели бы приступить к тренировке прямо сейчас? Да. Да, хорошо, спасибо вам большое, снято.